примерно так мы гуляем. То есть вот посмотрите, собака ее тянет. Я специально... Здравствуйте, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его ведущий Олег. Сегодня я расскажу вам, как сшить предмет такой амуниции, который называется недоуздок для дрессировки собак, то есть дрессировочный недоуздок. Вообще у меня будет снята отдельная передача по видам амуниции, но какие виды амуниции бывают, на какие виды они делятся, то есть это намордники, ошейники там и так далее. То есть амуниция — это предметы, которые одевается собака и которые помогают нам выгуливать ее, приучать каким-то тем или иным видам команды. И вот один из видов амуниции — это дрессировочная амуниция. Я вам представляю сейчас, мы с вами сегодня научимся шить такой предмет амуниции, как недоуздок для дрессировки собак. Ну вот у меня в собранном виде он есть. Я дальше расклад весь дам в виде презентации, то есть будут фотографии и последовательность действий, чтобы вот не загружать. Но предварительно хочу сказать, что нужно правильно снимать мерки. Такие недоуздки, они продаются в принципе в зоомагазинах. Они, правда, немногие знают о таком виде амуниции, магазины, но более-менее продвинутые знают. Но опять же, понимаете, там продаются недоуздки не подогнанные под размер определенной какой-то собаки, определенного какого-то животного, а безразмерные. То есть там существуют специальные такие ремешочки, которые там удлиняют, укорачивают размер ошейника, размер самого намордника. Все это трется дело об морду собачки, поэтому пошить лучше индивидуально. И таким образом это будет сидеть надежно, это не слетит и будет не натирать морду. То есть вот смотрите, здесь я прошил специально из материала из фетра, чтобы собачке было удобно, не натирало. Значит, что нам потребуется? Нам потребуется лента ременная, которая продается в принципе практически в каждых магазинах, где продаются ткани, то есть в отделе фурнитуры вы можете найти такую ленту ременную. Два карабинчика. Эти карабинчики нужны для того, чтобы сделать страховочный поводок. То есть, если слетает, например, у вас в связи с тем, что будет там с собачкой дергаться, может слететь недоуздок. И тогда вот этот вот поводочек, который вот два карабинчика, я показываю вам их, они удержат, значит, поводок. Будет все это дело пристегнуто к ошейнику. То есть конструкция будет вот здесь, вот будет еще идти поводок. То есть вся эта конструкция вам поможет, чтобы собачка от вас далеко не удержала. Дальше потребуется нам вот такая вот защелочка ременная. Это на ошейник. Вот она на ошейнике, я показываю, уже пришита. И два кольца. Обратите внимание на то, чтобы эти кольца были цельнолитые. То есть в процессе, когда вы будете гулять с животным, вот кольцо пришивается, вот видите, вот таким вот образом. Если здесь будет разрыв у кольца, она может слететь у вас. А цельное литое кольцо, оно не слетит. То есть это будет надежная фиксация такая дополнительная. Ну и кусочек фетра. Фетр тоже продается в магазинах. Ну, в принципе, вы можете отрезать от какого-нибудь, я не знаю, там своего старого пальто. Там, в принципе, это небольшой кусочек нужен. Ну и, соответственно, мерочка. Все делается просто, легко. Для чего нужен этот недоуздок? Недоуздок этот нужен для того, чтобы собачка у вас ходила и врываться ей было неудобно. Это абсолютно не больно. Дальше я на видео вам покажу, как это выглядит на улице. Да и на фотографии вы поймете. То есть поводок крепится не к ошейнику, а крепится непосредственно к морде. И когда собака пытается бежать вперед от своего хозяина, то поводок, вы же придерживаете поводок, да, он будет удерживать и морду. То есть собачка будет вот так вот себя примерно чувствовать. И со временем она буквально в течение 5-10-15 максимум минут, она уже будет чувствовать дистанцию, она будет идти, чтобы вот не было вот этого вот движения ее морды. И ей будет просто тянуть неудобно.
Кроме того, хочу сказать, что вот видите, здесь свободное движение идет. То есть собачка чувствует себя, она может подобрать палочку, она может брать подкормочку у вас. Потому что вот оно затягивается, петля в тот момент. Вот здесь поводочек, вот он будет дергаться. Петля затягивается, и тогда сжимается морда и поворачивается в нужную для вас сторону. В общем, приятного просмотра. В принципе, если у вас нету швейной машинки, вы можете сделать это все вручную. Немножко больше времени это у вас займет. Ну, давайте перейдем уже к вам. Амуниция готова уже. Как она одевается? Одевается все очень просто. Вот первая часть, которую мы шили, одеваем в виде ошейника. Вторая часть, видите, она просунута. Вот она в свободном состоянии, в таком. Вот она просунута. Просовывается в это кольцо. И одевается на морду собачки. Вот, он спокойно, свободно чувствует себя, ему ничего здесь не тянет абсолютно. Для чего нужен вот этот страховочный? Я вам сейчас покажу. То есть дополнительно одевается ошейник. Это носится система вместе с ошейником отдельно. Вот ошейник мы одели. Теперь страховочный поводок цепляется. Вот, видите, система завязана. Теперь мы цепляем обыкновенный поводок. И видите, вот если собачка слетела, например, у нее, ну, сильно, если дергать начала она у вас, то, соответственно, система слетает, но она остается на страховке, на ошейнике. Действует примерно так. Вот видите, поводок держится за морду. Собака начинает тянуть, я поворачиваю ее морду, ей неудобно. В эту сторону давайте покажу. Вот. Ну, для чего нужна эта система? Если вы не обладаете лидерскими качествами, ну, или супруга ваша не обладает лидерскими качествами, у вас все-таки хочется, чтобы собачка вела себя адекватно, хорошо, то вот такая вот такой дрессировочный недоуздок поможет вам вести себя прилично, хорошо. Даже если вы не являетесь вожаком для своей собаки. То есть, если вы являетесь вожаком для собаки, она и так не будет вас тянуть. Если не являетесь, то вот именно такая дрессировочная система, как недоуздок для собак, вам поможет. Заслужите доверие, заслужите уважение, и все у вас получится. С вами был канал «Я и мой хвост», и я его ведущий Олег.